Всем привет! Давно не снимал я никаких видосов. Вот наконец-то нашел время. И хочу сегодня показать вам вот такую вот вещь. Тоже купленную на AliExpress. Это USB термометр. Вот это то, что шкала показывает. Это просто картинка. Тут нет никакого градусника или что-то наподобие того. Вот, вставляется он в USB разъем, и с помощью программки можно посмотреть температуру. Сейчас я покажу, как это делается. Вот таким вот образом я вставил в USB разъем на удлинитель, который подключен к моему компьютеру. И сейчас я попробую его запустить. Вот после того, как я вставил USB градусник, драйвера автоматически установились, потому что у меня 10 Windows. Не знаю, как в других Windows будет ли вшит драйвер этого устройства. Но вот у меня драйвер поставился, и вот такая вот программка для просмотра температуры. Вот название ее вот такое. Соответственно, нажимаете «Установить». У меня она уже установлена, поэтому я не буду сейчас устанавливать. После установки программы выскочит вот такое вот окно. Сейчас у меня уже она начала работать, но если она сразу не заработала, не пугайтесь, она должна прочухать все. И после этого будет показывать вам температуру. Так вот она выглядит. Что в ней удобного? То, что... Она показывает график температуры, изменения температуры. Соответственно, здесь есть две таблицы. Одна из них показывает время, дату и время и температуру. И эта дата и время отражается на графике. Вот видите, сейчас изменилась температура и, соответственно, прописала новую дату со временем. И график, соответственно, меняется. Также эти таблички можно отключить вот таким вот образом и, соответственно, включить заново. Можно отключить график и включить его. Но обычно у меня вот таким вот образом все сделано. И я наблюдаю, соответственно, график. Так, тут можно изменить настройки небольшие. Тут их дофига настроек. Самое главное — это изменение периода считывания в графике. То есть, если вам не нужно каждые, допустим, минуту, ну, тут написано 2 минуты, каждые 2 минуты показывает изменения в графике, да, и записывает показания. Можно сделать каждую секунду. Каждые, допустим, 2 секунды я сейчас сделал. И мы наглядно будем видеть, как изменяется температура каждые 2 секунды. Вот видите, каждые 2 секунды показывает. Так, ну у меня в основном сделан каждые 2 часа. Можно поставить каждый час. Кому как, в общем, будет удобно. Также тут, если не ошибаюсь, можно... сделать так, чтобы вам температура скидывалась показания на Skype, e-mail. Но тут нужно регистрироваться при этом, и тут как бы настройки другие. Если будет интересно, я покажу, как это делается. Сейчас я не буду показывать. Самое главное, я показал, как это все работает. Следующим у меня будет этапом — это с помощью Arduino я подключу датчик температуры, который на телефоне будет показывать любой точке мира, какая у вас температура, где находится датчик. Соответственно, ему нужен будет интернет. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте кликать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем счастливо, пока!